Вот так. Я надела. Теперь дергай. Раз, два. Три, два, один, ноль. Всем привет, вы на канале Крошка Ксю. У меня родился братик, и он мне подарил с облачка подарочки. И мы вместе будем распаковывать их. Тогда начинаем! Я выберу отсюда. Ой, что там куклы? Вау! Это конфетти-поп серия! Тут, смотрите, тут такой значок. Тут плакает. Давайте распаковывать. Так, первый слой. Ура! Первый слой распаковали. Дальше вот тут подсказочка. Это будет у меня мальчик, кажется, потому что тут мускулы и гантели. Прикольно. Первая подсказочка. А тут была, вот кажется, сердечко, а тут звездочка. Тоже. Так, вот. Я думаю, что она будет у меня менять цвет в холодной или горячей воде. Мы потом посмотрим. Следующий слой с треугольничком. Вот, это был последний слой. Теперь самое интересное. Так, снимаем. Вот, смотрите, у меня попалась тату-футболистка. Футбол такой. Это третья подсказочка. Так, теперь крутим. Наклеечку сдираем. Дальше первый пакетик. Вот, первый пакетик. Вот и ленточка. Ленточка. Ленточка, ее надо дергать, и потом конфетти будет. Так, я думаю, что это ботиночки. Как ни по-странному, ботиночки. Дальше я хочу... Так, надо их закрыть. Дальше листаем, крутим. Ой, это какая-то на голову, кажется, или на пояс. Так, следующее. Так, это одежда, это комбинезончик, это шортики такие, и кофточка, и тут манекенчик. Так, кладем их. О, вот так можно показать, смешно. Бутылочка! У меня все попадается фиолето-белое. Так, мы уже... А, да, все, все сюрпризы уже. Теперь дергаем! Раз, два, три. Замочек прикольный и конфетти. Его можно заново собирать, прикольно. Давайте посмотрим, какая тут коллекция. Ух, какая большая коллекция. С одной стороны девочки, смотрите, вот единорожек есть, ангелочек, и самое прикольное, это
это мальчик. Мальчик. Долгожданная куколка. Вау, какая прикольная. Рыженькая такая. Голубоглазка. Давайте ее одевать. Вот и наша спортсменка. Привет. Вот ее бутылочка. Она после тренировки пьет. Теперь распаковываем второй подарочек. Я из такой прикольной шапки. О, квадратненькая. Это Рарити, бутик. А вы помните, как я распаковывала вот такой бутик, ну не такой бутик, с Рарити, помните? Мне Дедушка Мороз принес. Смотрите, в моих предыдущих видео у меня был бутик, а это второй бутик, только не такой. Давайте распаковывать. И опять My Little Pony. Выберу вот этот вот костюмчик. Смотрите, как это устройство работает. Вот так. Я надела. И так, обратно тоже. Все, и она собралась на бал. И вот такие вот у меня еще есть наряды. Давайте вот этот попробуем. Вот это классный бутик. Приступаем к следующему подарку. Тут что-то такое. Ого! Смотрите, это копилка собака. Интересно, какого цвета у меня будет, серебряного или золотого? Я хочу серебряного. Давайте же посмотрим. Ура, я угадала, она серебряная. Вау, какая красивая. Вау. А вот тут отверстие. Ого, тяжелая собака. А кстати, он угадал, потому что у меня Ярик. Если вы не знаете, посмотрите видео. Ярик — это моя собачка. Вот тут кладутся монеты, ну или денежки. Смотрите, а тут такое вот отверстие, чтобы денежки доставать. Тут очень легко. И брать, и закрывать. И считать. Кому понравились мои подарки, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Крошка Ксю. И не забывайте нажимать на колокольчик дзынь-дзынь-дзынь и писать комментарий. Всем пока! Пока-пока!